Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу, чтобы мы с вами немножко поразмышляли. Поразмышляли на ту тему, достаточно ли мы с вами любим своих родных, достаточно ли мы времени уделяем своей мамочке, папе, бабушке, дедушке, братикам, сестричкам. Я хочу донести до вас немножечко той любви, которая есть у меня к своим родным. Я очень люблю свою маму. Да, я не сразу поняла то, что нужно маме периодически, часто говорить о том, как мы ее любим. В 15 лет, 14, я так же, как вы, как-то не так воспринимала мамины слова, как-то реагировала на них немножко не так, как хотелось бы. Но сейчас, когда я сама стала мамой, когда я уже достаточно взрослая девушка, я могу с уверенностью сказать, нет никого дороже нашей мамы. Дорогие мои, давайте будем чаще говорить нашим любимым мамочкам о том, как мы их любим. Благодарить их за то, что они дали нам жизнь. Благодарить их за то, чему они нас научили в жизни. Также у нас есть наши любимые бабушки. Наши бабушки отдали нам все, что могли. Они подарили нам свое драгоценное время. А мы, став взрослыми, совсем забываем про них. Забываем им звонить. Говорить теплые слова, мы не находим времени. Нельзя так. Нужно каждый день, каждую свободную минутку и несвободную напоминать своим близким, что они нам нужны, что нам их очень не хватает. Мы очень хотим их видеть рядом всегда. Мы хотим, чтобы они жили вечно. Девочки и девушки, и женщины, давайте задумаемся над тем, что жизнь не вечна, и наши близкие не всегда будут с нами рядом. Давайте сейчас все позвоним, подойдем, обнимем своих мам, бабушек, скажем им о том, как мы их любим. Им будет очень приятно, поверьте. Наши мамы просто будут сиять. А что еще в жизни важнее, как мамина улыбка? Всем спасибо. Я очень надеюсь, что мое видео как-то вдохновит вас на то, что нужно ценить, любить, беречь своих родных.